Так, сегодняшнее с вами наше занятие, запишите, интегральные исчисления в примерах. Мы сегодня будем интегрировать интегральные исчисления в примерах. Подчеркнуть вам, насколько важно было умение производные взять. И начальную, знаете что, начальную фразу все-таки, помните, студент не сумел производную взять. Из глубокой памяти всплыли строки. Раскинулись цифры по модулю 5, в углу полиномы стояли. Студент не сумел производную взять, ему в деканате сказали.